Буквально считанные минуты остаются до открытия участка, который находится в школе поселка Володарского. Участок номер 1286. Последние приготовления, и сегодня здесь должны проголосовать 1837 местных жителей. Одним из первых на избирательный участок приехал руководитель местного отделения боевого братства Владимир Писаченко. К выборам он всегда подходит ответственно. Военный народ, он дисциплинированный. Мы всегда голосовали и ходили на выборы. Сейчас у нас появилась возможность у многих электронное голосование. Но мы по старинке ходим сюда. Почему? Потому что мы здесь встречаем знакомых, дорогих нам людей. Потому что все, кому не безразлично, они голосуют за нашу общую команду. Та, которая нашу Россию двигает вперед. Та, которая поддерживает. И как бы там не было, мы вместе, победа будет за нами. В поселке Володарского три избирательных участка. Жители, по словам председателя УИК номер 1286 Оксаны Брыкаловой, активны с самого утра. Больше представителей старшего поколения. Электронный способ голосования выбрали немногие. В основном приходят традиционно на участки, где всегда комфортно и встречают с хорошим настроением. А тех же, кому сложно добраться до своего избирательного участка, позаботились тоже. Есть удаленные территории. Туда будет организовано выездное голосование. Поэтому это не первый год проводится, но одно из новшеств. То есть раньше удаленных выездов не было так массово. Были надомные голосования, а теперь есть еще выездные голосования. Всего в Ленинском округе в течение трех выборных дней будут работать 72 избирательных участка. Адреса можно найти на сайте администрации adm-vidnoe.ru. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.